Анкорват. Едем на Тук-Туке за билетом сначала в Анкорват, а потом уже на место. Почему ночью? Ну, раннее-раннее утро. Хотелось бы, очень хотелось бы встретить рассвет. Там, говорят, очень красиво, солнце встает. В общем, кто раньше встал, того и тапки, того и солнце. Поэтому вот такое вот раннее утро. Еду в Анкорбат. Посмотрим, что там интересного. Ну вот, собственно говоря, сам Ангкор Ват. Люди тут сидят, туристы. Ну и вот смотрите, какие интересные штуки. Это нам, ну, слепили как бы, что это бассейн, в котором мылись, ну, вы понимаете, высшие персонажи вот этого храма. Жрецы, не знаю, как там еще их называли. В общем, это был бассейн. Ну, а если мы избавимся от того, что нам навязывают, то здесь ясно и понятно видно, что что-то было тут вставлено, какая-то деталь, радиодеталь, не знаю, супердеталь, но никак не относится это к бассейну, потому что ступеньки очень неудобные, и очень неудобно по ним не только спускаться, но и подниматься. Ну, а дальше здесь вот такие вот интересные персонажи, здесь вот типа лепнина. Это все ясно и понятно, что это были прям заготовки, они вот тут привезли и поставили здесь. Видимо, не только на нашем участке земли они это все ставили. Я еще раз повторюсь, что Анкорват — это большой инкубатор, но, ну, может быть, даже не родильный дом, а здесь клонировали, ну, такие штуки, как людей, ну, если так можно это назвать. И вот здесь вот эти вот персонажи, которые очень интересные, с какими-то штуками, растущими из головы. Но нам, естественно, рассказали, что это, опять же, какие-то жрецы и прочие всякие вот, всякая вот такая вот причастная к самому храму, причастный персонал. А наверху, вот если вы заметите, то видно, что там что-то вытащили, потому что там не заштукатурено. Я имею в виду вот сейчас вот этот вот треугольник. Ну и здесь вот смотрите, что здесь происходит. Что какой, извиняюсь, нафиг бассейн? Как и где тут, видите, ступеньки, чтобы было удобно спускаться? Я не вижу. Как тут можно было туда зайти? И как тут можно было омовение совершить? Я не понимаю. И почему пол неровный в этом бассейне? Почему? Чтобы кто-то спотыкался? Не совсем понятно. Давайте включим голову и еще раз посмотрим, как нас все-таки дурят, скрывая самое главное, самое важное, что здесь кто-то прилетел. Ну, это мое видение. Поставил вот этот вот инкубатор. И из этого инкубатора начали производить, ну, что-то похожее на то, что сейчас мы видим вот этих вот людей. И это не сотни тысяч, не миллионов лет назад. Это все было абсолютно недавно. А я думаю, что пару веков от силы. А то, может быть, и по пару сотен лет, а не веков, пару сотен, может, 300 лет назад. Ну, вот такая вот здесь вот история происходит. Вот еще раз я тут снимаю типа бассейн. О, вот здесь видно сразу вот эти вот инкубаторные ячейки, которые какие-то закрыты, какие-то уже открыты. То есть, видимо, ну, сродилось, наверное, тоже так не надо называть, произвелось какое-то потомство инкубаторное, а в каких-то еще закрыто не произвелось. Кто-то уже вылез из этого яичка, а кто-то остался в нем. Вот эти все большие, достаточно такие вот грандиозные штуки, я так думаю, что это накопители энергии, с помощью которой вот здесь все это и производилось. Они находятся тут по четырем сторонам. Ну, тоже сразу видно, что это такое, для чего это. Вот если мы морок убираем, вот это наши псевдоисториков, которые нам тут сказки, рассказки, то, ну, трезвым взглядом, трезвым, отрезвленным от исторических фактов, как они нам называют, ну, можно уже
как-то понять по-другому, посмотреть, а что же это за хрень, я извиняюсь. Что это такое было, которое нам рассказывают? Вот смотрите, ступеньки, видите вверх? Какие нафиг ступеньки? Попробуйте по ним поподниматься, они жутко неудобные. Значит, что-то вынули, какая-то конструкция просто вставлялась. Смотрите, видите заборчик? Заборчик поставлен для того, чтобы никто не убился здесь. А то как же ж по святым ступеням полезет и упадет. На самом деле невозможно по ним нормально подниматься. Это не ступени, как нам тут рассказывают, в какой-то там очередной храм, чтобы зайти, и вот это вот будет вам счастье. То есть все везде одинаково, но не соответствует действительности тому, что нам говорят. Вот приезжайте туда и попробуйте по этим ступенькам подниматься. Я думаю, что кроме поломанных ног у вас больше ничего не получится. Вот здесь вот эти вот ячейки, в которых выращивали. Ну, наверное, похожие на нас конструкции. Вот. Ну, теперь мы поехали дальше. Поехали опять на тук-туки. Наш тут местный друг, тук-туковец, он нас возил по Камбодже. Ну, машин там не так много, поэтому самое распространенное, мы вот как бы тук-тукали на нем, и было достаточно комфортно. Сейчас вы посмотрите разные-разные конструкции, которые мы тут проезжали и даже останавливались. Вот, так что очень рекомендую проследить опять же за тем, что нам тут рассказывают, что нам тут втирают опять какие-то непонятные вещи. Я думаю, что и так все понятно, что это за конструкция. Ну, очень здорово сделано, понятно, что это здесь, на нашем участке земли, это они делали не первый раз. Видимо, много кого они посещали и выстраивали вот такие штуки.
Ну, вот мы переехали в другой храмовый комплекс. Или это полив? Или это твои жучки? Какая-то штуковина тут развалившаяся. Баба какая-то. Ну, в общем, здесь, в этом храмовом комплексе, в другом уже, не Ангкор-Ват, это другой, сюда мы приехали посмотреть не только эти развалины, но и, как я их назвал, пластилиновые деревья. Деревья, которые растут не снизу вверх, а, мне кажется, сверху вниз. Но мы еще доберемся до них. Сейчас пока просто вот смотрим, и вы посмотрите вот эти вот развалины. Это, ну, в моем понимании, не что иное, как некие тоже накопители энергии, которые потом снабжали вот весь этот комплекс. Ну, а здесь вот начинается уже, подходим к этим деревьям. Туристов здесь немного меньше, ну, или, может быть, уже дело к обеду, очень жарко. Но в любом случае люди есть тоже. То есть очень интересно посмотреть, понаблюдать, что здесь происходит, где мы тут есть и как это все выглядит. Здорово. Здесь очень многие ходят с личными переводчиками, и им камбоджийцы переводят. Ну, в основном, конечно, английский. То есть можно взять переводчика, они прям на въезде стоят, и можно договориться, и он будет тебе рассказывать. Ну, опять ту же самую сладкую историю про божества, про храмы и про прочие всякие штуки. Ну, этой лапши полно, для всех хватит. Баба. Бабы. А вот тут складывают ручки, да, вижу. Видимо, их колбасить начало. Ну. А, супер. Супер, супер. Русский. Субтитры
Отошла, я бы снял бы, а потом я закончу пейзаж. Ну, я мне опять по новой заводить все. Сейчас я доведу сюда и все, и ты можешь сюда остановиться и стоять там. А я пойду дальше, да? Нет, почему ты пойдешь дальше? Да, хорошо. Давай вместе сфоткаемся. Согласен. Сегодня развалины, завалены, развалины. Сейчас сниму, покажу. Тут тоже девки ручки сложили со сложенными ручками. Там в том храме, или как я называю, роддоме, они не складывали ручки, а здесь со сложенными. А еще, возможно, это был не взрыв и не это самое, а просто взлетали, когда двигателями все это опалили. Может быть, просто резкий взлет был, и, ну, а может быть, просто уже как бы не жалели, включили на полную в турбо и просто обгорело все это, обуглило от двигателя, ну, когда вылетает. Как ракеты наш, когда в космос запускают, там же много же выделяется. Даже? Да. Это гипотеза подкидывает, понимаешь? Это подходит. Смотри, вон на дереве растут какие-то штуки, вон прям, видишь, что ли это для ос, то ли для кого, видишь, две аж прям растут. Ага. На рост. Ага. Зайчик, ты бы ушел бы с прохода, я съемки видел, а у тебя красно-белый, это пипец мне. И стоит на проходе. В красных штанах. Так вроде сказать обидишься, но, блин. Здравствуйте. Что-то тут такое вытащили и уперли. Значит, что мы тут имеем? Вот направление. Тут все просто. Это вот направление. Вот, вот. Вот направляшка, чтобы не перепутать, как вставлять, и правильно контакты все встали. Потому что здесь они одинаковые, можно перепутать, потому что они симметричны. А вот направляшка, которая здесь, она как раз и показывает правильное включение этого храма. Так, ну вот опять идем. Вот опять деревья. Вот, вот все клево. Все замечательно. Все хорошо. Малыш, дай мне снять. Твои красные штаны, это, блядь, даже вот слов нет. Это пипец, блядь.
Они так, их так передает камера, прям, как знаешь, этот, на что напасть. Вот еще деревья. Вот еще пластилиновые деревья. И здесь от них как-то они даже круглые не растут. Они какими-то крыльями. Наверное, на жаре расплавилось, и из круглого получились вот эти вот лепестки, наверное, так. Вот такие вот тут строения. Сверху, снизу. Такая вот красота. О, пластилин стек. Красивый. Thank you.
Look at this. How pink is this skin of this tree? Pink. Pink. Color pink. Yeah, pink, yeah, pink. This one. Yeah. And you can see another side of the tree, and as you as I told you, it look like touching like this to support. Ah, understand. Yeah, you can be there and then another picture. Yeah. В красных шапочках китайцы. Вот такие вот деревья. Thank you. I have a picture there taken.
мы сюда разве едем? Подняться, фотографироваться? Нет, все нормально. Нет. Ты почему мою баклажку уронила? Это моя, наверное. Это я свою уронила. Сейчас все выходит. Все, поехали. Not only here.
separate. Separate. The restaurant for it. Separate and shop separate. One, just okay. A minute. I think we. You had a place. Thank you.
Один.